мне все плевать. Расскажешь ты мне что-нибудь или нет. Мне важен процесс. Так. На раз, два, три. Господин Бюцов. Хотел показать нашему гостю, как мы работаем. Доложите, господин Бюцов. Русский шпион и диверсант Волков. Задержан при попытке проникнуть в замок. С какой целью? Я как раз пытаюсь выяснить. Что у вас за методы, господин Бергер? Я думал, такие инструменты в ходу лишь на Лубянке. Уберите это. Так точно. Мягче надо быть. Мягче. И тогда человек повернется к вам лицом. Пойдет навстречу. А если к утру не начнет говорить, расстреляйте. Так точно. Переведите ему. Не нужно. Он понимает немецкий. Тем лучше. Хайль Гитлер! Я буду скучать. Это кто? Свои. Свои. Ему с ногой надо помочь. Ладно, пошли. Жена моя, Барбара, она вас посмотрит. Раздевайтесь. Это что? Я гробовщик. Показывайте, что у вас там. Пусть он отойдет. Если ты нам не доверяешь, можешь ковырять дальше. Согласно инструкции, я не могу доверять вам полностью. Тихо, тихо. Так, заражение уже пошло. Нужно вскрыть нарыв. Ложитесь. Нет, никаких уколов, а то я знаю вас. Проснусь в одном из этих ящиков. Хорошо, но будет больно. Потерплю. Про Осипа знаете что? Нет. Точно. Точно. Партизан. Правильно, молчите. До последнего нужно надеяться, что тебя отпустят отсюда. И держать язык за зубами, чтобы не сказать лишнего. Только это камера смертников. И выход отсюда один, на тот свет. Вот раньше осужденным исполняли последние желания. Ну, там кому сигарету, кому
кофе крепкий. А я бы черницу попросил. Говорят, в этом году ягоды много. А может, и много. Они, конечно, найдут. Сушков. Волков. Товарищ генерал. Понял. Значит, я хочу сказать, товарищи офицеры, отъезд генерала Лосева я обсуждать не стану. И более того, я никому не позволю этого делать здесь. Это не наше с вами дело. Не наше. Садитесь. Наше дело – фронт. А дела у нас сейчас на фронте. После того, как немецкие диверсанты уничтожили наши «Катюши» на прошлой неделе, наши позиции сильно ослаблены. Очень сильно. И если немцы начнут наступление, мы рискуем понести еще большие потери. И, возможно, сдадим все позиции по всей линии фронта. Поэтому я предлагаю отступить. Как? Тише, 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 тише. Отступление будет нести тактический характер. Вот здесь, на этой линии, мы окопаемся. И тем самым заманим противника в ловушку. И когда немец ринется сюда в наступление, мы возьмем его в котел. А что, если немцы воспользуются нашим маневром? И начнут наступление раньше, прежде чем мы успеем скрепить наши новые рубежи. Не воспользуются. Пока не поймут, что к чему, у нас уже будет поддержка, артиллерия. Подкрепление уже движется в нашем направлении. Ну а почему нельзя подкрепление дождаться здесь? Да потому что артиллерия будет здесь через трое суток. Выйдем навстречу, сэкономим время. Остаемся здесь, и уже эту артиллерию очень многие из нас не увидят. Да мы продержимся. Братцы, ну, конечно. Так, товарищи офицеры, решение принято. Приказываю приступить к подготовке. Есть, есть. Есть. Что именно вы передали партизанам? А что, разве вам это не передали в Москву? Мне сказали, что есть непроверенная информация. Как непроверенная? Я лично фотографировал эти бумаги. Вы знаете, что случилось с отрядом? Нет. Нет, 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 не может быть. Может. И кто-то сдал. А случилось это сразу после вашего ареста. Вот вы о чем. С приездом Эркерта количество патрулей увеличилось вдвое. Они просто могли вычислить партизана, вот и все. Так себе версия. Скажите мне про этого Эркерта. Кто он в Абвере? Он не из Абвера. Эркер – человек фельдмаршала Фенкюхлера, который проводит операции на Волховском фронте. Именно на том фронте, которым командует генерал Лосев. Я знаю, вы не хотите в это верить. Я тоже не хотел. Но генерал Лосев – предатель. Я лично видел бумаги, которые доказывают это. Найденный портсигар – слабое косвенное доказательство. Лосев мог его раньше потерять, а злоумышленник нашел и подбросил. Злоумышленник. А мотив? Ну, кому, кроме Лосева, была выгодна смерть Нарочного?
Тому, кто хочет дискредитировать командующего фронтом. Опять за свое. А если нет никакого злоумышленника, а есть просто неумелый преступник, спасающий свою шкуру? Товарищ комиссар, допустим, Лосев крот. Допустим. Тогда для нас полезнее, чтобы он пока как раз оставался на свободе. Мои люди установили наблюдение за квартирой Лосева. Его круглосуточно ведут несколько десятков человек. Лосев от нас никуда не денется. Стали. Оружие, где мое? Наверху. Пусти ты. Успокойся, дурак. Слазить тебе никто не желает. Оружие у тебя собрали, чтоб ты тут дел не натворил. Такую операцию без укола ты бы не выдержал. Шмалять бы стал и всех нас бы выдал. А без операции мог ногу потерять. Или еще чего хуже. Какого черта в гроб меня засунули? Так найдешь мне? Держи. Ладно. Спасибо. Долго без сознания был. Ну как? Ты всю дорогу спал? Ну, где-то около 8 часов прошло. Про напарника моего. Что-нибудь удалось узнать? Нет. Мы только выяснили, что стало с Осипом. Даже дочку не пощадили. Там пацан еще был. Да, Петька. Отсюда никуда. Следи за домом. Потом расскажешь. Хуже. Его тоже. Знаешь, кто это сделал? Алис. Осталось 3 часа. До чего? До нашей смерти. Я слышал разговор 2 охранников. Нас расстреляют сегодня в полдень. Но я знаю, как отсюда можно бежать. Как? Когда я работал переводчиком, я часто приходил сюда. Многие допрашивали, и я приводил. Есть 2 способа пройти к камерам. Основной путь серьезно охраняется, но есть и другой. Он почти не используется, а охраняется слабо. Если вы все это знали, почему не бежали сами? Ну, я слабый человек, и в одиночку мне с охраной не справиться.
А вот с вами у меня появился шанс. Если Лосев крот, он постарается выйти на связь с немецким резидентом. А так как он сейчас фактически отрезан от фронта, он будет искать варианты связи с немцами здесь, в Москве. И если это произойдет, мы накроем не только Лосева, но и всю немецкую резидентуру Москвы. При условии, если такая резидентура существует. Если мы сейчас арестуем Лосева... Была б моя воля, я б твоего Лосева... Он, конечно, попытается встретиться с Верховным и убедить его, что он ни при чем. Но я постараюсь сделать так, чтобы этого не произошло. Выходите, оба. Выходите, я сказал. Скорее. Быстрее. Он убегает. Поскребушев у аппарата. Послушайте, нельзя без записи. Понял. Что? Так точно. Что происходит? Я говорил, я сказал, что... Я разберусь. Я должен передать служебную записку товарищу Сталину. Передайте мне. Лично. Верховный главнокомандующий без записи не принимает. Я могу вас записать и... Коль, давай без этого. Дай мне поговорить с ним. 5 минут, не больше. Что значит «дай»? Я не могу дать. У меня приказ никого к нему не пускать. Никого. Особенно тебя. Вот как. Ясно. Абакумов? Не понял. Да все ты понял, Коля. Эй, ты, остановись! Стоять, я сказал! Стоять! Быстрей, за ним! Где он? Вверх по лестнице, быстрее! Стоять! Стоять, говорю! Пособник партизан. Вот этих партизан. Кто это? Переводчик Сушков. И так будет с каждым. Если кто-то в вашей семье связан с партизанами или так называемым сопротивлением, вы еще можете спастись. И спасти своих... Я думаю, нам пора идти. Не стоит искушать судьбу. Знаешь, где там брат живет? В противном случае... Всю вашу семью ждет та же участь. Бежать больше некуда. У вас есть два пути. Работа на Великую Германию или смерть.
случае нужен твой домашний адрес. Волошинская, 23. Квартиры нет. Это дом. Эскадрон, шашки на голову, рысью. Комдив. Да давно уж не комдив. Пойдем, а то чего мы на улице-то? Я тебя столько не видел. Да погоди, Вань. Не могу я. То есть ты чего, ты из-за слуха того, что ли? Из-за какого слуха? Да забудь, я этому супчику в зубы дал за такие слова про тебя. Ты ж легендарный командир Лосев. Ты мне жизнь спас, но если б не ты. А ты поможешь мне, Вань? Конечно, я для тебя все, что угодно. Ты служишь в охране Верховного. Не могу, Володь, не проси. Да. Просто записку передай ему. Меня не пускают. А он разберется. Разберется. Ну, хочешь посмотреть, там нет ничего такого. Мне поговорить с ним нужно. Вань, ну ты же меня знаешь. Ну, не могу, я сказал же. Понятно. Он говорил все для меня. Да ты дослушай. Сталин сейчас на даче, у него там своя охрана, и мне туда никак, понимаешь? На даче? Ну да. Ладно, благодарю. Может, все-таки зайдешь? Как тебе удалось бежать? Сушков помог. А он где? Погиб. Ты ранен? Царапина. Рану нужно обработать. Есть сейчас. Да ерунда, я говорю, царапина. Снимай рубашку. Не хватало мне еще заражения. Как там? Напарничек-то мой. Да уж получше твоего, видимо. А то, переживая, как бы не натворил бы чего. С дуру-то. Не переживай. Он в безопасности. Ну вот и все, гнида.
Дальше некуда. Акулич. Говорят, в этом году ягод много. Отзыв. Ягод-то много, да не каждый найдет. Ты очень рисковал. А если бы я работала на немцев? Так патрули везде. Мне деваться было больше некуда. Но вещи мои обыскал. Доверяй, но проверяй. Нашел, что хотел? Может, и нашел. Чернов, командир партизанского отряда. Вернее, то, что от него осталось. Как здесь оказались? С Талисом решили поквитаться. Да, видать, припозднились немножко. Дальше куда направляетесь? Что? Товарищ Чернов, отвечайте на вопросы. Раненый у нас есть. Надо найти одного человека, должна помочь. Барбару? Она самая. Значит, соседями будем. Товарищ Семенов, можно еще один вопрос? Вам Талис чем не угодил? Да тем же, чем и вам. Муж? Жених? Брат. Иван. Немцы его забрали. Фотография — это все, что у меня от него осталось. Извини. Значит, ты не работаешь на немцев? Чего? Ты сама завела этот разговор. Держись, Сабека, держись. Кого же они так усиленно шукают по всему городу, если Сушков погиб? Говорят, он не один бежал. А с кем? Ну, я знаю, с кем. Если это так, то мы его скоро увидим. Тоже ваш, что? То, что мы встретились, это хорошо. С этого момента вы поступаете под мое командование. То есть, чтобы нас всех под твоим командованием и порешили, да? Нет уж, дудки. Мы уходим при первой же возможности. У нас тут все дела закончены. Товарищ Чернов, вы и ваши люди обязаны мне подчиняться. А в случае неповиновения у меня есть все полномочия решить этот вопрос по законам военного времени. А гонор-то немного. По законам военного времени. Ты мне бумажку покажи, а потом уж и разговор будет. Остаться на трохе, переждать. Ему идти точно никуда не надо.
Эй, идет кто-то. Командир. Все в подвал. Сейчас. Так, ну иди ты. Кто такой? Грибник. А у вас тут они ягоды. Проходи. Вот это коллекция. Для фрицев. У меня заказывают, а потом сами в замок отвозят. И там уже хоронят. Понятно. Ну, а где москвич-то заброшенный? Потолковать с ним надо. Говорил же, знаю, кто это. Смотри-ка, сутки без меня. Все еще живой. Это кто? Чернов. Слыхал, может? Рязаны? Как спаслись? Ты сам как сбежал? Узнаю друга. Как же я скучал без твоих допросов. Будет большой ошибкой доверять Волкову действовать в одиночку. Вам ясно, Семен? У врага может случиться всякое. Вы должны убедиться в том, что он вам не вред. Починил, что ли? Ты так и не ответил. Как тебе удалось бежать? Когда вели в камеру смертников, заприметил там второй выход. Он почти не охранялся. Вот и воспользовался ситуацией. Ну а что Сушков? Видел его? Не-а. И вот еще, товарищ Семенов, вы наделены особыми уполномочениями. Если вдруг действия товарища Волкова будут мешать объективному расследованию, ну, скажем так, он будет скрывать информацию, врать вам, вы остановите его любой ценой. Любой ценой. Говорят, его убили при побеге. Как раз вчера. А еще говорят, он бежал не один. Странно. Убери пистолет, Семенов. Выстрелишь, наделаешь шуму. А здесь теперь по городу везде патрули шествуют. Оно тебе надо? Еще раз повторяю. Ты Сушкова видел? Я тебе еще раз говорю, никогда не доставай оружие, если не собираешься им воспользоваться. Ты меня понял? Началась там какая-то суматоха, крики, шум, гам. Вроде как сбежал кто-то. Кто, я не уточнял. Но ситуацией воспользовался. Хочешь, мне верь, хочешь, не верь. Сушкова я не видел. В общем, предатель Лосев или нет, по-прежнему не ясно. Стой! Ты что, боец, петлицы не видишь или не узнал меня? Выходи. Генерал Лосев. Здравия желаю, товарищ генерал. Больно, дружище, выручай. Машину нужно позарезать. Да у меня там... Да знаю я. Не просто так ты катаешься. Все задания потом. Ответственность беру на себя. Понял? Давай гуляй. Когда продум, товарищ майор? Когда он связного выйдет, тогда и возьмем. Если, конечно, у всего этого нет другого объяснения. До встречи не может быть. Каждый метр охраняется. Черт. Соединяй с Абакумовым.
Эх, Володя, Володя. Готово. Ермаков! Что у вас? Он едет не на встречу со связным. Похоже, он едет к даче товарища Сталина. Остановись любой ценой, Ермаков! Любой! Надо будет стрелять, стреляйте, понял? Понял, так точно. Гони, гони, гони! Все, приехали, Володь. Давай, выходи. Отойди с дороги. Не дури. У нас приказ. Остановить тебя любой ценой. Он гранату за собой бросил, дерево повалил, не могли продолжать преследование. Вот так и упустили. Он что, к Сталину с гранатой ехал? Я думаю, товарищ комиссар, граната в машине оказалась случайно. Мы расставили наших сотрудников везде, где он может появиться. Мне даже слов нет. Ты понимаешь, что будет, если об этом узнают там? Скажи мне, а вот ты действительно до сих пор веришь, что Лосев невиновен? Я верю, что необходимо доказать его вину, товарищ комиссар. Почитай. Шифровка от Семена. Твой Волков задание саботирует, расследованию препятствует. Только что я получил эту радиограмму от Семенова. В общем, у тебя есть только один шанс исправить положение. Это найти Лосева. Связался, наконец, с центром? Арестован. Оружие сдай. О как. Я же тебе говорил, не доставай пистолет, если не собираешься им воспользоваться. Волков, оружие сдай. Чего в Москву-то передал? На месте стой. У меня приказ. В случае саботажа стрелять на поражение. Стреляй. Как из говна пуля. Добавки не надо. Живой? Нет, полностью. Соедините меня с Бергером. Это фон Кюхлер. Только что мне доложили, что Лосева отстранили от командования фронтом. Он еще на передовой или уже? Да, он в Москве. Только его не арестовали. Хочу тебе напомнить, что мы с тобой в одной лодке.
Так что пора переходить к плану «Б». Я видел Сускова. И да, я с ним бежал. Так он подтвердил про Васю? Слушай, во всей этой истории с камерой смертников слишком много вопросов. Ну, правда, как будто специально все построено, чтобы нас в чем-то убедить. Значит, подтвердил. Да, подтвердил. Я знал, что тебе этого будет достаточно. Только что-то здесь не так. И мой побег лишнее тому подтверждение. Нам кровь из носу надо эти документы достать, которые Сушко видел. Или взять одного из немцев, этого Бергера, или Битша, или эту шишку, которая с фронта приехала. Какого черта я вообще должен тебе верить? Смешной. Я уже 100 раз мог дать тебе умереть, однако я этого не сделал. Да даже сейчас. Если я действительно хотел саботировать операцию, давно бы тебя пристрелил. А я только морду хотел тебя набить. Ну, это весомый аргумент. Нам с тобой правду теперь узнать надо. Мне на Лосева плевать. Он мне ни друг, ни брат, ни сват. Если выяснится, что он действительно предатель, я первый сообщу об этом Ермакову, даю тебе слово. Но если, как ты говоришь, нас сюда вдвоем прислали, то и до правды мы должны докопаться вдвоем. Добро? Добро. Только я все равно уже сообщил в центр, что ты саботируешь операцию. Так что в Москве тебя ждет служебное расследование. До Москвы, роднули, еще дожить надо. Прости. Как дети, ей-богу. Разрешите? Войдите. Хайль Хитлер. Добрый день. Запеленговали радиосигнал. На место направили людей, но пока ничего не нашли. Что ж, хорошо. Это все? Так точно. Кюхлер беспокоится из-за ситуации на Волховском фронте. Требует начинать следующий этап операции. Агент Гроза уже здесь? В коридоре. Зовите. Так точно.